Здравствуйте, мои хорошие. Когда я была маленькой, родители у меня собирались вместе с родственниками и пели песни. И одна из песен, которую я увидела в просьбах в комментариях, была как раз той песней, которую пели тоже мои родители. Песня «Тони ветер ветку клонит». Очень красивая песня, лирическая. Нежная, немножко печальная, но от этого она не становится менее прекрасной. Вот такая песня. Слышали такую песню? Давайте я сегодня выучу. Она совершенно несложная, я думаю, минут за 5. Ну, может быть, больше, я не знаю, в зависимости от того, как я буду вам аккомпанемент дальше разный, может быть, давать. А может быть, простой вас устроит, а может быть, более сложный устроит. А может быть, вы захотите аккордами играть. Вы мне пишите, пожалуйста, побольше. Как вам удобнее? Попроще давать? Или, может быть, более насыщеннее давать? Да? Потому что мне это легко играть, а вам? Я же хочу, чтобы у вас тоже сразу получилось. Давайте мы сейчас выучим эту прекрасную песню. А вы мне потом напишите, как вам более удобно учить. Более простые варианты или более сложные, хорошо? Давайте начинать. Ой, какая красивая песенка у нас сейчас будет. «Тони ветер ветку клонит». Как она мне нравится. Легкая-легкая. Быстро-быстро ее сейчас выучите. Начинается с нотки ля. Ля. Потом нотка фа. Высоко. Фа. Через нотку вниз. Рядышком нотка ми. И по порядочку опускаемся.